El primero vato dirty. Давай, Мишка, Virtus.pro, родной, не подведись. Эй, здорово, дружище, угадай, кто перед тобой? Да, конечно, это Серега Сайбербанана. И сегодня я буду катать на конфиге топового игрока мира 2019 года. А именно, Зайху. Так его все называют, но на самом деле это Зайву. Он разорвал абсолютно всех на Мираже. Нави отлетали вот так по щелчку пальца. И сегодня я хочу проверить, неужели это такой конфиг крутой, или все-таки это решает руки. Конечно, это решает руки. Но на конфиге я тоже покатаю и покажу, что мои ручки могут сделать просто magic. Приятного тебе просмотра, ставь лайк. Соберем 1000 таких лайков, я буду знать, что тебе нравятся такие ролики. Джагл лефт. Давай. Зайву. One more этот, как он, бассейн. Ну, естественно, найс, конечно. Вот я вот у Зайву сразу чувствуется вот эта медленная сенса. Сенса-то вообще не срывается, слышь? Чем хороша богатая мышечка. Богатенькая мышечка за 5 косарей. Это тебе не говно какое-то с Алиэкспресс. Давай, Мишка, Virtus.pro, родной, не подведись. 25 фрагов плюс сделаем. Верни Зевс на... Смотри, отворачивается. Отворачивается, смотри, не смотрит мне в глаза. Зевс израсходовал мой, смотри. Под козырьком, выглядывает на меня, смотри. Купил Зевс. Хорош. А я не подобрал Зевс. Время поднимать скины! Есть один хороший сайтик в интернете, называется hellstore.net. Тут два режима игры. Это классик и коинфлип. Коинфлип — это подбрось монетку и шансы 50 на 50 забрать банк. Ну а классик — чем больше ты поставишь, тем больше вероятности забрать весь куш. Давайте как раз пройдемся по классику. И на моем примере вы увидите, как это работает. Заходим в классик, после чего нажимаем ставка, выбираем предметы, которые у меня уже были в инвентаре hellstore, и теперь нажимаем поставить. Ох, 33%, наверное, будет сложно. Поставили очень много ребят денежек, но я верю в себя, верю в удачу, и в принципе я не забрал. Но ничего страшного, потому что для тебя подготовил сюрпризик. Если ты зайдешь на сайт hellstore.net и введешь промокод Сайбербанана, ты получишь 60 центов себе на счет. Испытаешь удачу и, возможно, выведешь себе денежки. Пробуй, ссылки в описании. Бля, надо было хотя бы ботам пострелять. Сам Зайву говорил, не надо вообще, это вообще беспонтовая тема. Да, это бесполезная херь. Конечно. Сунсу почувствовать. Да, Сунсу надо чувствовать в другом месте, братик. Там еще есть перед. Эйс. А, эйс, да. Вот он уже, я уже рядышком. Yellow, please don't меня продавать, окей? Check mid. I don't understand, okay. Хорошо идет. Само стреляние, оно какое-то прям... Отдача какая-то с дигла даже пришла хорошая. Блин, ложуха. Дай я в прыжке в голову, подожди. Коплю на нас. Подожди, я в прыжке пытаюсь зумиться. Вот дигл пофиксили, нихера так не работает. А, ну да, о, пришло. Так, ну я знаю фишечку. Сейчас мы ее будем реализовывать. Ну на джангл, какой смачок на джангл, а? Это называется отсекающий. На самом деле, стрелял я плохо сейчас. Что по одному, что по второму.
Воу-воу-воу, а ты что, еще не подписался до сих пор? Давай, дружище, сделаем это вместе. Нажмем вместе на кнопочку подписаться, нажмем вместе на колокольчик и также на лайкусик. И вместе по клавиатуре напишем красивые, интересные слова. Минимум 5 слов от тебя я жду в комментариях. Давай, может быть, какой-то новенький конфиг, интересненький, посмотрим. Напиши, на каком конфиге еще покатать. El primero va do dare. У меня проблему. Горло пересохло. Так, собрался. Все, Серега. Конфиг. Сейву. Уже третьего куда-то. Да, пацаны лезут. Что, не видишь, что ты на конфиг Зайву включил? Сейчас, дайте я и сделаю. Оу, Эйса, вот он мой родной, сюда. Ну что, наступает тот самый момент, когда я беру АВП в руки. И мистер Зайву сейчас покажет, как нужно играть в третьем раунде. Хотя у них сейчас будет полный бай. Когда мы с гранатами вместе. Но это меня вообще не волнует. 5 minutes later. Савика не сыграл. У меня на моей медтипе на трое было. На меду, за счет чего я не отыграл. Авик там все боялись. И вот на этом и закончилась вся история. Ванвей показываю, пацаны. Опа. Еще. Просто Зайву разрыв, а Савика жестко. Мне нравится. Мне прям очень сильно нравится. В жопу. Соло. Играешь в соло. Серега, на фраге. Нахрен, что ты на команду играешь? Зачем ты каждый раунд играешь на команду? Зачем? Ты играешь в соло ММ. Нахрен тебе это надо вообще? Кому ты пытаешься что-то доказать? Конечно, никому. Все, играем в соло. Андерван. Нахрен я это тоже сказал. Пошли в жопу. Серега соло, Хан соло. Давай, родной, давай, можем. А, ну почти. Он не успевает. Блин, я почему-то рассчитал, что как бы все, ну ладно. Два голубка там, смотрите, у нас на респе стоят. А я закупаюсь. Топнул шорт. А Вик шопнул, шортнул топ. Что? One B. Фишечка от Сереги. Рабочая фишечка, я знаю. Прикинь, оказывается, если ты в аквариум вот туда, да, на фонтане стрельнешь в рыбу, она всплывет, прикинь. Кормить. Чук-чук-чук. Че ты не очкуешь-то? Охренела, что ли? О! Всплыла! Я в нее попал, она всплыла. Вон она, родная. А если хае кинуть, они все всплывают? Ну да. Каким дерьмом я еще не занимался? Ну нахер. Отец. Ты видел? А вот это послание тебе. Ты красавчик, потому что ролик досмотрел до конца, поставил лайк, написал комментарий. Что еще можно сказать? Просто лучше. Естественно, жди от меня еще крутых и интересных роликов. Посмотри, правда, вот это пока видео, пока я там монтирую другое. И на днях уже выйдет следующий. Там будет много чего интересного, а ты вот туда давай. Пока-пока.